Друзья, всем привет! Вы на канале Сергей КамАЗ 85. Сегодня мы с братьями отправляемся в тур до Нижнего Новгорода. Поедем за крошкой. Он заказывает там гостишку нам, потому что мы сейчас будем выезжать. Погоним за крошкой. Вы увидите, что за крошка это будет. Мы вам все покажем, расскажем. Как-то так. Погнали потихоньку. Ехать нам на самом деле тоже нормально по времени. Сейчас я вам даже покажу, сколько. Навигатор. Где? Вот. Смотрите. На троих, короче, 3 рубаса. 13 часов нам ехать. 13 часов. Нормально, в Нижний Новгород помчим. Погнали потихоньку. 3 рубаса на троих? Ну и оплатим. Друзья, мы мчим уже, все в сборе, брат Серега, старший брат Федор, ну и я, едем по ЗСД, шагаем в сторону Нижнего Новгорода, едем за нашей крошкой, дорога у нас длинная, 12-часовая. Но мы пойдем по платной дороге, не будем там выеживаться, ездить по бесплатным, там на 3 часа дольше. По платке. На 5, да? Ну да, по платке пойдем. Это наш город Санкт-Петербург во всей красе. Стадион мы, к сожалению, проскочили уже, я не успел вам запилить видосик. Так вот, шага. Короче, наша дорога ЗСДшна нормально соединяет один конец города с другим, через весь город идет. Покажу вам мост самый высокий, двухэтажный. Первый этаж, мы как раз по нему поедем. Это нижний получается, а над нами будет еще этаж. Короче, нормальную дорогу сделали. Жаль, что платная, конечно, но ничего страшного. Это Финский залив, друзья. Там кораблики. А вот спереди появилась, видите? Наша супер дорога двухъярусная. А вот поверху едут сюда, по низу едут туда. О, тут 90 в жопу стреляют тоже. Камера, тут камера напичкана. Подъезжаем к туннельчику такому. Зон у нас такой, он самбик летает, на взлет пошел. Ну где он, где он, где он, этот тоннель? Да, такой проект тоже сделать. А вот этот тоннель грузовым 80 только может. Все, ворвались. Гоним дальше, народ. Погнали. Опачки, ребятушки. Наша первая остановочка. Это вон парняги наши. Чик. Ребят, до Нижнего поедете? До Победы подкинешь. На обратке. Через Нижний до Победы. Ну езжай тогда в Нижний, мы здесь. Хорошо. Остановились, кофейку попить, перекурить. Да? На улице сколько градусов? Тридцатка просто долбит. Да? Жарко, парни? Ну, немножко. У меня кондей, ладно, давайте. Давайте, я вас жду. Как-то так, друзья. Едем дальше. Такие гонщики. Мы прилетели в кафе. Пахало. Сейчас, короче. Опачки. У нас тут и салатик, короче. Что, выпить-то есть, пацаны? Не, мы не пьем. Кофе пьем, видишь? Кофе? Только кофе, да. Нормально? Отлично. Заварной. Красавцы. Ладно, друзья, мы сейчас пообедаем. Вкусненько, да? Тут дешево.
Ну давайте я хоть вас сниму, как вы тут кофе пьете. Давай, кофеманы. Экспрессо? Да. Давай, Федор. Ла-ла-ла. Сытый кто? Папа? Мы похавали в сытом папе. В принципе, кормят. А? Сытый папа, ёбаный. Сытый папа? Вот он, сытый папа. Вот он, сытый папа. Здесь, короче, дальнобойщики. А это кто их там патрулирует? Ага. Местный? Опа. Накрыли, чтобы не видно было. И сейчас мы продолжаем свой путь, друзья. Время у нас. Опа. 20:47. Ехать нам еще километров 400, да? 330. О, так мы нормально. Подъедем. Выпьем вот такого же кофе зеленого и отдыхать. Погнали дальше, народ. Я тут так базарюсь, блин. Итак, друзья, мы воткнулись в пробочку, в небольшую. Да, ну, так, сколько совсем там? Маленькую. Очень маленькую. Сколько там? Нам, короче, год ехать еще, походу, до этого Нижнего Новгорода. Стоим. Вот этот МАЗ нам всю дорогу дымит. Вот он дымит. Евро-7, который. Вон он пошел. Смотрите, какой у него ресивер или что это. Быстренько ответ нам нужен. Мы не понимаем, едем. Вот эти там носятся дальнобойщики. Вот так, короче, идем. Федор то спит, то проснется. То пьет, нахуй. Один. Короче, друзья, шагаем. Скоро, походу, будем на месте. Часа через 4, ёпта. Мы приехали в Балахну. В отель сауна. Шмауна. Чё хочешь-то? Автомойка 24 часа. А чё, нас не пустят переночевать? Без масок не входить. Заебись, приехали. Соблюдайте дистанцию. Звоните, просьба. Короче, звоним. А? Для Ютуба? Для себя. Все, нас впустили. Фиш. Погнали. Ключ взял? 25-й, давай. Ключик наш. Ой, тут ступенечки. Сейчас мы тут переночуем. Что снимаете? Все уже переживают. Сейчас мы их снимем, смотри. Где депсы стоят? Смотрите, друзья. Чик. Пошли, стоят. Пойдем, ладно, нам они не интересны. Вот такой вот отель. Здесь стена чуть-чуть. Упала. Опа. Опа. Опа, опа, опа. Ключик вставляем. Прошу, друзья, проходите. Включайте свет. Отлично. Нихуя у вас так-то, как я ее. Ой, бля. И ты где, мы с Федором спать будем? Да я не пукаю. Пиздец. Федор, только не пукай ночью. Это наш номер. Санузел тут, сразу душ, полотенце. Вот, ну, или открыто? Да оно открыто, блядь, потому что с улицы воняет. Вот так вот, друзья. Ладно, что? Утро, вечер, мудренее. Сколько сейчас времени-то? 2:50. Время срать, а мы не едем. Мы вообще ничего еще не делали. 2:50. Опа. Давайте отдохнем. А у меня есть отдыхалка, смотри, в рюкзаке. Сейчас я покажу вам отдыхалку нашу. Бля, сними обувь, ебаный рот. Но как для нее? Да я еще не зашел. Там вон даже стакан есть, уже подготовлен. Ты видишь? Их только сполоснуть надо. А пепси ты не взял, Федь? Пепси? Бля, нет, в машине. Пошел, я схожу. С утра вы. Друзья, всем доброго утра. Ой, мы проснулись, короче. Похавали. Федор там что-то снимает. Блогер, блядь.
Идем вот в это кафе «Лето», столовая. Сейчас позавтракаем. Забираем нашу крошку. И едем. Едем. В Питер. С Нижнего Новгорода. Как-то так. Друзья, мы прибыли. Идем к нашей крошке. Сейчас вот поехали там расчеты делать. Сейчас будем забирать и поедем на Питер. А вот и наша крошка. Друзья, вот она. Наша красавица. Смотрите. Опа. На ней до Питера сейчас помчим, шкварня промазали по резине. Все нормуль. Бак сейчас заправим и помчим на Питер. Будет так, масло нигде не капает, не течет. Вроде все нормально. Ну ладно, это мы уже дома посмотрим все. В салоне, да, срач, конечно. Небольшой есть. Он, я постелил себе. Федору тоже погоним. Так, в принципе. Ну, сами видите все. Резина хорошая. Газон тут впуливает. Все работает. Крюки задние, Федор говорит, что-то не очень нравится. Да не, нормально. Это все регулируется. Подварится, если что. Все нормально. Тут вон пена запенена. Как-то так, ребятки. Где вон там Федор шарится? Сейчас помчим. Ну, кузовок вот тут эти надо будет. Ну, это херня, это все. Отпескоструем, потом покрасим со временем. Все сделаем. Итак, дорогие друзья, мы запускаем двигатель. Видите? В курсе! Все включено, сделали! Запускаемся. Запустились. Все, давайте, пацаны! Ласточка, помчали на новое место обитания. Да. Так, фары, Федор. Все, погнали на заправку. Вот они включаются вообще нормально. Друзья мои, а мы с товарищем моим Федором жарим. Проехали Вязники. Федор, в чем проехали? Вязники, вот они. Закончились Вязники. Вязники проезжаем. Чисто мы дальнобойщики с Федором. О, вот так вот надо ездить. Ноги на торпеде. Станки вон какие-то. Мастера. Вон КамАЗик фигарит. Мы шагаем потихонечку тоже, не торопимся. Вот так вот как-то. Шагаем мы с Нижнего Новгорода. Сейчас скоро будет у нас, наверное, город Владимир, да? Да, недалеко. Недалеко. Ой, Века едет сама. Машина Века, ничего делать не надо. Крошка, это наша крошка. Эй, чудо. Чудиново. Тут где-то камера надо, хоть айфон там заряжается. Тут скорость показывают, там что-то пробка. А, не. Вроде идем нормально, значит, надо дать газку. Машинка идет неплохо, на самом деле. Слава богу. Так что шагаем потихонечку. Топливо заправили до полного. На 10 тысяч вышло. Около 200 литров там, 180 с чем-то. Ну, нормально, короче, посмотрим, насколько хватит. Вот с Нижнего мы вышли и шагаем. Мы приехали на Лукойл. Федор крошку нашу заправляет. Брат, ну как ты? Все пучком? Пошло? Ты как чувствуешь себя? А если что, я там стану минут на 20, на одной этой дороге, в одной не пойму.
Давай. Хорошо. Ну попозже сейчас выйдем когда-нибудь. Опа-опа-опа-па. Шагаем на Питер. В руле Федор. Шагает. О! Пустой пошел. Короче, друзья, все, мы дверь прошли, вышли на платку и шагаем уже до дому. Время у нас, что там, 23:58. Осталось нам километров 400 там с чем-то, ну, может, 500. Я сейчас, это до поворота, да, и там еще. Ну, 500 где-то нам. Часов 6. Ходу. Идем не торопясь. В эконом-режиме. 1200 за сегодня надо пройти. Как ни крути, 1240 надо даже. Вот такие. В Питере. На ССД. Тогда она тоже начинала подтравливать. Когда? Ну вот когда мы ехали изначально. Да. Я тебе говорил, что-то не то. Ну, ладно, да. Фильтра, да, сепаратор, это все. Арена, где играет наш питерский Зенит. Вон шапка виднеется. Смотрите. Неплохой стадиончик. Валивать.